И всем большой привет, с вами Гандрус, мы продолжаем играть в Angry Birds 2. И сегодня у нас на очереди Свиноград, то бишь Нью-Свинск. Свинск, во, да. Итак, попутно я собрал некоторые шапочки, попутно что-то проходил, что-то не проходил. Короче, погнали, 16 уровень, надеюсь будет интересно. Как видите, он шапку тупил. Короче, в день, через то, что Angry Birds 10 лет, они, короче, что-то там празднуют, разыгрывают, что-то там устраивают новое какое-то в игре. Во всех играх, то есть Angry Birds. Angry Birds Epic, Angry Birds 2, классические, там, Rio и прочие. То есть, много игр, короче. Новый год где. Да, я очень сейчас буду много снимать Angry Birds, на самом деле, потому что я уже закачал Angry Birds Go, Angry Birds Transformers, Angry Birds... Эпик, то есть многие игры. Так, не забываю про заклинание. Окей, давайте погнали. Какие-то у нас еще есть птенчик такой, да. Еще некоторые карты прокачал себе, как видите, у Реда 22. Так, ну тут просто пуляем тупо синюю троицу и все, идем. Нельзя мы просто. Так, отлично. Отлично. Да, птенец добавляет некоторую силу какую-то, то что да. Кстати, неплохо выглядит на самом деле фон, потому что реально офигенный фон, реально мне нравится. Ракета, так, ну тут все просто, берем просто, берем что, берем. О, у нас же есть это. Все, тупо, изямба. Они сами сделают свое дело. И все. Пожалуйста, тупо съели. Пожалуйста, и сколько очков? Лям, прикиньте, лям просто, лям. Пипец, конечно. Я в шоке с этой игры, на самом деле. Она мне очень сильно нравится. Итак, смотрите, что-то новенькое, смотрите. Так, что это у нас? Открытое ежедневное испытание. Ого! Вот это, кстати, уже классно, ребят. Так. Вот, смотрите. Нифига себе. А что это такое вообще? Мешанина Матильда. Но это мы как-нибудь потом, потому что не сегодня. Сегодня мы хотели, я хочу попроходить немного уровней, потому что, ну, хочется очень сильно. У нас впереди еще ключик. Так, 17 уровень, погнали. Будет такой же изичный. Вряд ли мы до босса сегодня дойдем, потому что довольно долго очень проходятся уровни на самом-то деле. Ну, эту музыку слышал, короче, у ютубера Руди, короче, в некоторых роликах. Прикольно очень. О, это тоже будет посложнее. Так, смотрите, у нас есть вот такие штукембы. Так, птичьи силы нажать счет за разбивание блоков. Ну. Ну. А, вот, смотрите, короче, прикол. Видите, направляет. Окей, хорошо. Нам это плевать, в принципе. Упс. И все. Первая часть снесена, в принципе. Пучем снова этого. Так, и, наверное, запуливаем. Давайте запульнем Чака, что ли. Ага. Упс. Давай, давай, давай. Мне сундучок главное еще бы взять. Отлично, сундук взят, кстати, ребят. Очень классно. И Чак у нас есть. Отлично, супер. Просто класс, ребятки. Вот с этой механикой пропеллеров или вентиляторов, короче, довольно сложная мешанина какая-то. Так, тут снова у нас Чак полетит. И все. Вау! Нифига себе, свинья пролетела. И сколько? Практически 2 миллиама, нифига себе. Итак, сундук. Так, давайте вот этот, наверное. О, утка. Ну, блин, это было бы круче на самом-то деле. Но, нет, к сожалению, гемасиков. Ну, ладно, не будем расстраиваться. На самом деле, игру я очень сильно обожаю. Мне она вообще нравится. То есть, дико прям. Так, кстати, мы получили так, вот какую-то ключик. Да, прикольненько. Ключ. Что за ключ? А, ключ птица, точно. Давайте-ка... Бомба, бомба. Это у нас стандартный классический персонаж. И хороший выбор. Потренируемся. Давай, why not? У него, конечно, меньше всех силы будет сейчас. Но я думаю, что в скором времени мы выбьем какую-нибудь прикольную шляпу. Потому что вот эта шляпа, которая на Реде, это, короче, вид экзотический. Или редкость, хрен знает.
И да, ребятки, если будет еще раз лагать, то не мои проблемы. BlueStacks сам лагает как-то, не может поднастроиться под саму игру, хз, не знаю. Уху-ху-ху-ху, бомб, бомб. Так, вот сюда. И... Ого, вот это, кстати, прикольное. То есть у него есть штукенция. То есть с каким-то истечением времени он все-таки сможет, типа, взорваться. То есть не как Ред, допустим, или птички. То есть они не смогут, ну, типа... Ну, короче, вы поняли. Сможет активировать свою способность. Так, ну, что, сундук... Посмотри рекламу. Ладно, посмотрю, так что да. Но для вас это будет... Окей, посмотри рекламу. В принципе, давай посмотрим, что у нас тут есть. Давайте вот это. Клево, просто класс, ребят, нам повезло дико. Очень классно. На бомба. Просто бомба сейчас тупо прокачается. Просто тупо бомб. До пятого же. Так, у меня, кстати, бесплатный стук есть. Окей, давайте откроем. Итак, давайте выберем вот этот. О, 100, неплохо. Я перчик еще даже не открыл, кстати. Да. Ну, в принципе, неплохо. Тоже not bad. Так, вот тут у нас что-то у нас появилось новенькое. Так, подвиги. Бомб, отлично. Бомб еще раз прокачался у нас. Отлично, ребята, это просто классно. Сейчас говорю, игра потрясающая просто. Angry Birds 2 это прям вообще класс. Еще посмотрим, какие остальные игры еще будут. Так, хорошо. Уровень счета. Птицы, уровень 4, зарплат несколько. Так, окей, я понял. Итак, собственно, так, не забывай про заклинание. Ну, давайте... Блин, хотя не знаю, стоит ли утку. Давайте утку возьмем на всякий случай. Потому что, видите, у нас тут на уровень счет. Нам нужно именно 155 тысяч. Набери требуемый счет. Блинские, ребятки, слушайте, довольно сложно. Блин, еще бы как бы вот... И вот так вот, что ли... Кстати, способность активировалась. Ладно, забьем. Карточку я не получил. Отстой. Или получил все-таки, а? Ну-ка, ну-ка, давай. Ой. Стоп, чё? 2 миллиона? Небольшой кринж. Окей. Мне даже не стоило проходить чё дальше. Прикиньте, вот это вообще изямба просто. Так, ребятки, извиняюсь за склику. Там была, короче, тупая реклама. Я пропустил, естественно. Так. Окей. 19 уровень. Хотя, в принципе, мы можем дойти до босса, но это будет довольно опять длинная серия. Ну, в принципе, кого это волнует? Ё-моё, я сам снимаю для себя. Да. Актива вообще нету практически на моем чанале, потому что какой-то отстой творится. Не знаю, потому что, ну, вообще актива практически нет. Даже те подписчики, которые довольно были преданы. Ну, хотя они были преданы только тупому Роблоксу, в принципе, неудивительно. Печально немного. Аж грустненько поймал. Окей, что у нас тут? Что это такое вообще? Без Б берем тупо просто чак и запуливаем. Бэу. Бум. Изи. Включаем снока чаком. Карточку. Не, в принципе, настроил BlueStacks, но в принципе не особо прям заметно, что он прям супер настроен. Потому что я не знаю, как будет у вас, например, выглядеть, потому что у меня сейчас выглядит довольно плавно немного. Так, что у нас тут? Тут-то. Ого. Хотя, в принципе, это изи. Давайте продумаем. Так. Да чё думать, просто пуляешь тупо и такого хоба. Бум. Чё думать, все, она тупо сваливается сейчас, и остается только вот эта штукемба. И её мы просто... Вот и все. Вот и все, собственно. И сколько мы получим? Миллион? Миллион, неудивительно. Миллион уже стандартным у нас будет, наверное, все-таки. Не, все-таки да, до босса мы дойдем снова. Потому что, видите, уже несколько уровней осталось практически. И смотрите, у нас перчик. Перец. Разблокирует заклинание острый перец. Ого, интересно, что это такое. Сейчас испытаем.
Итак, собственно, ребятки, так, ну-ка. Ну-ка, и что же будет? Ого. Необычненько. А через эту штукенцию я могу вообще перелететь как-то? Нифига себе. Нихера себе. Офигеть. Вот это, ребятки, я вообще не ожидал. Вот это реально офигенная штукемба. Короче, вот эта штука, короче. Я не думаю, что преграды для нас будут вот эти задания какие-то, потому что, ну, блядятин. Ого. Так, ну. Так, ну. Чё тут, я не знаю даже. Подождите, смотрите, если пойдет сюда реакция, то, в принципе, я могу просто запулить и все. Вот и все. А, даже не потребовалось, окей. И сколько мы получаем в итоге? Ну, наверное, 500 тысяч. Кого? 2 миллиона? Куда, ребята, вообще? 2 миллиона это самый высший рекорд, если так уже считать. Да, это неплохо, на самом деле. И практически 5 уровень, кстати, заработали. Ну, практически. Окей, 21 уровень, еще один уровень, и опять этот хряк будет у нас. Хряк глупый, блинский, ненавижу его. Опять эта музыка, не знаю про заклинание. Давайте еще раз, мне очень понравилась, на самом деле, эта штукенция. Она очень прикольная. Блин, да слушай. Так. А, лол, кстати, я не могу. А что делать? Ха-ха-ха, окей, я понял. Окей. Окей, хорошо, я понял. Так, хорошо. Окей, ладно. Ладно, как-то было немножко... Смотрите, три этапа уже, кстати, ребят, три этапа, это уже неплохо. Так, снова вот эта штукенция, ну, в принципе, неважно. Ну, нам, чё нам? Блин. А вот посложнее. Бум. Ну-ну-ну, падай. И не упал. Ты смотри. Хорошо. Бум. Все, падай. Не, в принципе, три этапа это тоже неплохо, на самом деле. В принципе, тоже естественно. Так, 400 тысяч, тоже неплохо, уже 600. Миллион, в принципе, уже не за горами. Так, тут. Что у нас тут будет? Блин, слушайте, я даже не знаю, типа вот сильно отталкивающая хрень. Не, нормально. В принципе, норм. Все. Изи. Ребятки, просто тупо изи. Получили сколько? Практически 2 миллиона, нифига себе. 2 миллиона практически, вот это да. Кстати, сейчас идет башня удачи, там можно выиграть эти собственные шляпки, вот это только сейчас я додумался. Ну, только хотел сказать. Короче, хряк, босс, яйца мои. Нет, пошел в жопу, наши яйца. Не, вообще охренел. Берет наши яйца и говорит, что это его. Вот это да, конечно. Такс. Так. Тут что-то интересное, но не особо. Как видите, если мы так будем... Ну, это, конечно, естественно, тупость моя. Так, ладно. И бамс. Ладно, не особо помогло, но... Да не, нормально. Да не, норм, реально норм. Да, норм, в принципе. Но она не свалится, естественно. Бомба нет смысла использовать, потому что, ну, он немножко бесполезненький в данной ситуации. Давай. Опс. Отлично. Давайте, глупые свиньи, умирайте. И давай, карточку. Отлично, супер, просто класс. Просто, ребят, супер. Итак, где босс? Босс. Опа, вот и босс. Привет, дебил. Нифига ты дерзкий. Ладно. Если хочешь, то по-серьезному, мужик. Ну, ладно. А, вот что за штука. А как мне тогда сделать? Бы.
Оба. Смотрите, тупо. И куда он полетел? Эй. Ну ладно. А как не туда тогда? Блин, неужели не... Блин, слушайте, это отстой. Хотя... Хотя, слушайте, смотрите. Вот сюда. Дашеньки. Блин, какой отстой, я не продумал это. Ну давай, давай, давай. Блин, ребят, какой-то отстой. Блин, давайте все заново. Так, давайте еще раз повторим. Может, какой-то отстой. Так, вот тут уже совсем другое, кстати. Или нет, мне кажется. Нет, мне кажется, да. Берем Чака тупо и запихиваем куда-нибудь. Так. Или все-таки нам использовать... Бомба. Блин, я даже не знаю. Давайте, ладно, Чака. Ой, блин, куда его запульнуто? Хотя? Хотя нет, нормально. Нормально. Норм. Угу. Ладно. Давай, не была, не была, чувак. Давай, погнал. И... Бум. Отлично. Супер. Просто класс. Так, не время радоваться. Так, сейчас будет босс Михрякович. С шефом этим. На самом деле, в этих коротком шоу Тунс, на самом деле, мне он вообще не нравился. Было отвратительно просто. Хотел завладеть, типа, короной. Возможно, кто-то из вас не смотрел, но, короче, да, он реально хотел завладеть, типа, вот этой всей фигней. Так, короче, как я понял, надо, короче, в него, чтобы он туда отправился. Окей, я это не пропутал. Лыж, ты чё ржёшь, тварь? Так, давай, давай, давай. Отлично. Давай, давай, давай. Тупой хряк. И, короче, нам надо вот эту штуку направить. Отлично. И смотрите, смотрите, тупо, 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 тупо. Тупо разорвали. Кого? Не понял. Ну-ка, да, ну-ка. Давай, давай. Офигеть. Вот это да, ребята. Так, короче, ребят, мы победили. На самом-то деле это было очень просто. В какой раз убеждаю, сколько они еще выжили? Как они вообще выжили, я не понимаю. Какого черта? Да. И какой же у нас уровень будет 30-й? Ну, ребята, в этом, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Гантриус. Так что всем удачи, всем пока.